Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Глава государства рассказал об этом на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. По словам белорусского лидера, с российским коллегой обсуждали, в частности, поставки энергоресурсов нефти. Вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам, и вот он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти. Владимир Владимирович предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года. Да, если мы получали в прошлом году от пошлины миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины, она все время снижается, получим, допустим, 700 миллионов долларов. Он сказал, мы 300 миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премий компаниям. Такое предложение, ну, это хоть какой-то путь к развязке тех споров. То есть по нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года.